Итак, ну там еще и два футболиста Гранады, на них никто не обратит внимания. Это сменяет Диего Косту на 71-й минуте. Первый выход Луиса Суисмиля. Мила и Эррера покинули поле. Два полузащитника. Не так просто забрать место в основном составе. Теряет мяч. Сейчас на поле минуту провел Маркос Лоренте. Этика нынешней встречи, ну и может предоставить отдых игрокам. И Трипьер. Суарес! Едва не забивает первый гол в составе Атлетика. Витола. Суарес. Как же Суарес хочет забить. Трипьер возвращает центр. Будут. Суарес разворачивается. Чего требовать у Косты нет. Разворачка в этой встрече. Суарес будет бить, даже не сомневайтесь. Либо передачу он уже отдал. Да, вот Суарес уже с мячом. Диего Гранаду сегодня были изменения в составе. У Диего Мартинеса. Подача Суарес. На Лоренте. Ну и Лоренте голевая передача. Вернул он линию на футбольном поле. Сказал я, что будет еще возможность на Суареса. 5-0. Беспечно сыграть в обороне футболисты. Команда Симеоне провела в чемпионате. Три минуты добавляет Хавьер Эстрада. У Ренана Лоди будет момент забить. Лоренте. Удар по ворота. Суарес. Штанга. Добивание. Сделал большую разницу для команды. 6-1 сегодня побеждает Атлетика. Но если они не умудрят, ну и этого хватит с Гранады. Гранада после Абруи силу и Суарес наносит еще один удар. И оформляющих футболистов Атлетика сегодня Суарес совершает трансляцию поединка из Мадрида. Комментировал встречу Иван Громиков. Пока.